Ребят, всем привет! Рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня я с мормышкой, с престижем 198, катушка соляной Kingfisher 800, леска Gamakatsu G-Line 007, вольфрамовая мормышка весом 0,2 грамма и whitebait в таком цвете. Буквально вчера был на рыбалке, было все чисто, сегодня вот такая вот картина. Ну, не знаю, попробую что-нибудь поймать в этой кашке. Сегодня тепло, вчера было тепло, и со дна вот этого все счастье поднялось наверх. Ветра сильного нету, сгонять это все некуда, поэтому оно тут все и плавает. На поплавок, на удочку хорошо, но а на мормышку, как видите. Может, что-нибудь будет. Вырвался на пару часиков, буквально под вечерок. Утро, день работы. Только вечер свободный. Голуби тут с ума сходят. Как я и говорил в предыдущем видео, пришли их подкармливать под вечер. Солнце не печет, так что можно половить и без перчаток. И очки я тоже не брал. Под вечер комфортно, конечно, ловить, если клюет. Утки с трудом через эту кашу пробираются. Тут я с мормышкой 0,2 грамма весом. Хочу что-то поймать. Капец. Сейчас бы даже от небольшого ветерка бы не отказался, чтобы сдуло это все. Так выглядит мормышка. Капец.
Можно, конечно, туда проехать, поискать более чистые места. Не знаю, попробуем здесь. Если ничего не будет, проедемся. Фонтан, кстати, сегодня не включили. Может, если бы он работал, не было бы здесь каши. Голуби не боятся, прямо на леску летят. Была поклевка. Поспешил. Значит, не все так плохо, как кажется. Вот окошко есть какое-то. Окошко ищешь, вроде бы попадаешь в него. А леска все равно на это все ложится. И мормышка не может потонуть. О, есть поклевка. Ничего себе. Кто там? Плотва нацепляла, конечно, на себя. Ладно. Вот такая у нас чистая плотва. Но вот ест это всю гадость. Спичка помогла снять рыбку, то закушала что-то глубоко. Опять экстрактор забыл дома. Все руки зеленые, капец. И щипцы все в грязи. Ну ладно. Главное, что клюет. Ну как-то вчера она посильнее била, по ощущениям. Есть опять поклевка. Угу. Но если клевать будет, то в принципе и каша не страшная. Удилище подлиннее, чем 185, поэтому приходится каждый раз. О, это хорошо зацепилось. Гуляй. Поэтому приходится каждый раз стравливать леску фрикционом. Не понимаю только тех людей, кто с этого водоема рыбу забирает. Ну и в принципе рыбу забирает. Здесь он же такой чистый.
Но умудряется. Сколько раз проходил. Рыбаки с пакетиками. Мелкую эту плотву. В пакеты эти набивают. Ну, на здоровье, ребят. Блин, в кашу прямо забросил. Да. Прямо туда. Ну, что-то вроде более-менее нормально попал. В окошко. Хорошо, что есть такие щипцы. Вряд ли бы мне эта вода помогла бы помыть руки. Еще было бы хуже. Так что, ребят, щипцы вещь. Если вы хотите, чтобы руки были чистые, пожалуйста, AliExpress вам в помощь. Заказывайте. Помогает избавиться от запаха рыбы на руках. И всегда чистые руки. Ну, вроде окошки получше стали. Пошире. Можно сюда вот. Селезь не потревожить. Вон гульнула. Скорее всего, плотва. Любит она это вот есть. То, что плавает на поверхности. Всю плотву, которую здесь ловил, вся с толстыми пузиками. О, голубь увидел в самом конце мою леску. Притормозил, а этот нет. Вот, кушает плотва. Видимо, это то, что плавает наверху. Поэтому постоянно с толстыми пузиками. Кормовая база здесь на высшем уровне. Не голодная, так скажем. А на Днепре сколько плотву ловил. Вся какая-то прогонистая. Может, у плотвы здесь в данный момент нерест,
Икра, дела. Ну и не в нерест. Она здесь упитанная. Что-то затишье, ребят. Попробуем сюда, вон там что-то гульнуло. Главное не попасть в кашу. А то ничего не получится. Да? О, вот где гульнула, скорее всего, это она и гульнула. Вот она. Справим леску, потому что не подтянуть иначе. Здравствуй. Руками я тебя не буду брать, конечно. Гуляй. Так. Попробуем снова. Сюда же. Ну, мелкая, мелкая. Вчера, конечно, покрупнее было что-то. Не знаю, получится сегодня закинуть видос. Вчерашнее видео 40-минутное. 5 часов, не поверите, добавлялось. Это капец просто. Правда, у меня через это, через мобильный интернет все. Скорость максимальная, наверное, 1,5 мегабит достигала, а так 600, 700, 800 килобит. Так что, может, сегодня и не добавлю, или по расписанию сделаю на завтра. Вот если бы не плавало это счастье, уверен, возможности поймать было больше и показать вам. Вот такая вот толстенькая рыбка клюнула. Побольше, чем предыдущая. Может, она еще клюнет?
Тут главное в окошко попасть. Если попадаешь, не цепляешь ничего на мормышку, то в принципе, если рыба есть активная, она клюнет. Что-то гульнуло. Есть. Ничего себе. Прям догнала. Почувствовал. Что у нас тут? Плотва. Ничего себе, давит. Нацепил он какую-то травичку. Давай. Ну это активная. Сейчас травку снимем. О, отлично, отлично. Да, догнала и... Засеклась за бок и сошла. И хорошо, что сошла. Меньше тела движений. Пойдем туда. Переместимся. Есть. Дал докушать. Кто у нас? Я надеялся на густерону. И тебе спасибо за поклевку. Опять нам спичка здесь поможет. Нашел спичку. Давай. О, получилось. Пока. Посмотрим, может, удастся еще что-нибудь поймать. Густера, видимо, уже отдыхает. Субтитры сделал DimaTorzok.
была поклевка. Надо было буквально еще долю секунды выждать. Был бы успех. Была еще поклевка. Все это торопливость. Ладно, сейчас подождем. Может, если не укололась, то клюнет еще. Да, есть. Вот паузу выждал. И поклевка. Может, ты отцепишься сама? А нет, сама не получится. Так что, ребята, паузы. Паузы и только паузы. Подольше. Залог успеха.
Спать потихоньку. Плотва, видимо, уже уходит. Ладно, ребят, буду заканчивать свою рыбалку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.